Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе Харе Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогие вайшнавы. Почтение всем старшим вайшнавам, присутствующим здесь. У меня много чувств за эти часы. Много было переживаний, впечатлений. Я очень благодарен ученикам, которые в подношениях упоминали имя моего духовного учителя или имя Шрилы Прабхупады, говорили о миссии. Меня это очень вдохновляло. Я должен сказать несколько важных моментов. Ну, когда очень много бхакти, очень трудно быть логичным. Если возбуждается ум и чувство духовной энергии, то очень трудно быть в чем-то последовательном, в словах. Иногда слова смешиваются, и мысли смешиваются. У меня есть некоторое смешение мыслей сейчас, в то же время есть определенная уверенность в том, что должен что-то сказать важное, что я чувствую. Я должен как-то ответить сегодня на то, что я слышал, что прошло через мое сердце, что осталось там. Ну, прежде всего, хочу упомянуть, что майвади, они думают, что на самом деле личности Бога не существует. Хотя есть такое понятие. Есть божества, есть имя, есть описанные деяния, игры. Но это все создано иллюзией, то есть трансформация гуны благости. Что здесь имеется в виду? То есть гуна благости находит свое яркое выражение в мыслях. Если взять творение, то кульминация этого творения – это, считают, размышления о чем-то возвышенном, стремлении. Это гуна благости. И кульминацией этой гуны благости является образ Бога, выдуманный человеком при помощи гуны благости. А то некий вымысел, некий эгрегор, который создает сам человек. И при помощи общего мнения создается вера. Сегодня я подумал об этом, что нас большое количество. Я очень боялся приходить, потому что, что о чем я думал. Создам я секту или не создам секту? Или это будет движение Прабхупады? Это будет культ личности, что очень легко создать в России сегодня. И в прошлом тоже было это. Место было такое, это было очень легко создать. Или это будет частью движения Прабхупады?
Я подумал, да, что-то говорится мой адрес лично. Я должен точно создать свой образ, понять свое положение в этом во всем, точно понять. Не совершить ошибки в этом. Если совершу даже маленькую ошибку в самоопределении, могут пострадать многие люди из-за каких-то ложных представлений. Я вспомнил пример Радханатхи Махараджи. Этот пример был в тот момент очень распространенный, когда он рассказал его. Все пересказывали. Я думаю, он известен также в Москве. Он говорил о деревьях секвойях. Огромные деревья, они стоят тысячи лет. И там также появляются небольшие деревья. При этом экскурсовод, который водил по этой реликтовой роще туристов, говорил, что это деревья очень редкие. И корневая система у них не глубока, они гигантского размера. При этом место, где они расположены, географически подвержено ураганам. Стихийным бедствием фактически. Каким образом эти деревья удерживаются столько времени, тысячи лет? И он пояснил, этот пример очень сильно проник тогда в умы преданных, потому что это аналогия с нашим движением. Гуру – это не какая-то надуманная концепция, конечно же. Это не культ личности. Это переходит в культ личности, если это надуманная концепция. Гуру обеспечивает связь. Ученик очень должен постараться, чтобы увидеть связь, с чем связан духовный учитель. Он не существует сам по себе. В этом примере с деревьями, оказывается, эта корневая система сплетена воедино. Если появляется небольшое деревце, неокрепшее, тут же большие корни деревьев укрепляют его, схватывают и держат. И потом это, вот, пожалуй, точно описывает мое положение, мои чувства в Исконе. Хотя мне предложили и доверили такое положение в обществе быть духовным учителем. Это же просто милость. Не думайте, что какая-то заслуга. Может быть, есть заслуга какая-то, как Прабхупада говорит. Если мы хотим служить Прабхупаде, если мы делаем что-то в направлении, может быть, есть какая-то заслуга, но не это главное. Главное, что все вайшнавы поддерживают. Это очень важный момент в самоопределении в нашем движении. Если мы думаем, что только великие вайшнавы должны нас поддерживать, это тоже будет неправильное самоопределение. Нас поддерживают младшие, равные и старшие. Все вайшнавы должны поддерживать наше духовное положение. Мы должны чувствовать это, что без поддержки вайшнавы мы не способны ни на что. Можем потерять свою квалификацию, как обрели ее. Прабхупада говорил об этом. Говорит, не думайте, что в материальном мире каждый может упасть в любой момент времени. Каждый подвержен. А как же не упасть? А как же это деревце растет? И ураган сметет его. Нет. Если будет поддержка, связь, точно мы устоим. Мы устоим. Нас очень много. Ну, я говорю сейчас, нас в контексте учеников. Это как бы дикшей семьи. У нас очень много. Но это должна быть одна семья, которая поддерживает каждого. Каждого. И есть одно понимание учеников. Есть разные понимания учеников. Есть разные ученики. Есть ученики, которые тянут гуру назад. Ну, тяжелая ноша. Вы пытаетесь идти вперед, но это непросто. Вы пытаетесь, но это как-то неэффективно получается. Какие-то движения есть, но не как хотелось бы. Есть ученики, которые толкают гуру вперед.
Вы бы и не хотели так вперед, но вас вытолкнут вперед. Как раз те, которые сознают, куда стремится духовный учитель, кому он хочет служить, вот туда и вытолкают. Они говорят: Гуру Махарадж, я не слуга, вы слуга, идите туда первый. Иди туда первый. Они проталкивают духовного учителя, то есть они как бы ускоряют этот процесс. Таким образом можно далеко уйти. Как я сказал, в контексте нашего сознания, самоопределения, кто я здесь и с кем я связан, и что это за связь, какое у меня служение вайшнавам здесь, какое служение Шри Прабхупаде, духовному учителю, миссии, Господа Чайтаньи, какое служение святому имени, как Кришнадас Кавирадж Прабху сказал, как? Он задал вопрос. Он сказал что-то приятное, потом озадачил. Так как вот увеличить? Всего 5 групп у нас, харинамы. Эти 5 групп уже гремят по всему миру, правда? Делают великие дела. И я думаю, что вот сегодня я бы ответил в этом контексте. Самоопределение. Нужно позаботиться, чтобы при этом имели правильное самоопределение, чтобы правильно понимали духовного учителя, гуру парампару, движение Господа Чайтаньи. От этого все зависит. Это ключевой момент. В центре, в глубине всех наших действий это настроение Чайтаньи Махапрабху. Это вся жизнь в святом имени. А если у нас будет такое самоопределение, что я слуга святого имени, я воспеваю и хочу распространять святое имя, каждый будет отдельной группой. Каждый человек будет группой распространения святого имени. Это и есть наше истинное самоопределение. К этому приводят все шастры. Да, можно изучать шастры хорошо, но давайте помнить, зачем. Вывод, мы должны знать вывод шастры, укрепиться в выводе. Не изучайте слишком долго. Вывод ясен. Придите к выводу. Давайте обретем веру в вывод шастры, в святое имя. Это и есть вывод шастры. Всего-навсего 4 регулирующие принципа и полное погружение в святое имя. Ну, конечно, мы изучаем оскорбления, 10 оскорблений. Не нужно слишком погружаться в эту тему, нужно просто быть внимательным. И позаботиться о самоотождествлении. Вот это ключевые моменты. Много есть знаний, противоречивых, в шастре говорится. Много, много, много. Господь Чайтанья говорит, невозможно так постичь истину. Чайтанья Чаритамрита. Изучая, говорит, веды, мы запутаемся. Там есть внешние противоречия, мы не сможем соединить. И мы видим, что толковать можно по-разному. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, все что угодно. Но если мы столкнемся с преданным, который имеет правильное самоопределение, все станет ясно. Он просто решительно распространяет и воспевает в экстазе святое имя. Все то, что делал Господь Чайтанья. Это вывод всех шастр. Если мы познали Кришну в форме святого имени, мы познали конец свет, Веданта Сутру. Веданта. Веда Анта Прабхупада, что такое Веда Анта? Это конец свет, конец свет. Спросил он у ведантиста, а что такое Веданта Сутра, Веданта? Говорит, ну я хотел бы вас спросить, изучаю Веданту, но я еще не понял, что такое Веданта. И очень трудно понять. Прабхупада говорит, Веданта, говорит, Веда Вачахам, Кришна, сотритель Веданты, Кришна цель вет, Кришна объект познания, цель познания, само знание. Кришна, вывод, Веданты. Если вы знаете Кришну, если вы понимаете, кто вы по отношению к Кришне, к его имени, вы знаете веданту, ведантисты. Без степени это можно понимать. Мы получаем посвящение в святое имя. Мы служим Кришне, и нас связывает только святое имя. Если даже нам что-то здесь не нравится, мы все равно приходим, потому что тут есть святое имя. Здесь никому не платят деньги, чтобы прийти сюда. Что прийти на работу, бывает начальник не нравится, но он платит мне деньги, я должен быть на работе.
Здесь нет этого принципа. И все же мы приходим сюда. Если даже нам очень трудно, что-то не нравится, или кто-то не нравится, или что-то еще, мы приходим, если тут есть Святое Имя. Это могущество движения Господа Читания. Наша задача представлять правильно это Святое Имя. Когда мы представляем Святое Имя, представляем славу Святого Имени, мы должны забыть о себе, о своих ложных отождествлениях. Единственный культ личности, приемлемый в нашем движении, это Святое Имя. Это единственный культ личности. Это по достоинству мы можем прославлять Кришну без ограничений, Его Святое Имя без ограничений. И в этом случае, конечно, нам необходим опыт духовный, чисто духовный опыт. Не просто опыт трудностей, как мы преодолеваем. Нет. Материалисты тоже трудности преодолевают. Есть герои, разве нет? Много героев в этом мире, которые жизнью рискуют и отдают свою жизнь ради каких-то целей. Очень много, Бхагавад написывается, на земле героев было бесчетное множество даже за своей жизни. Не в этом суть. Такова жизнь, говорится. Но в чем же суть этой жизни? О, духовный опыт. О чем говорится? Одно мгновение прожить. В этом счастье преданного служения достаточно. Вот такой опыт нам необходим, чтобы избавиться от этих других самоопределений. Господь Читань давал трансцендентный опыт. И любой человек, услышав, почувствовав это трансцендентное блаженство преданного служения, уже больше себя не отождествлял с материальной ролью. Угасало это представление о себе, самомнение о себе. Наша задача не стать великим проповедником или великим киртани, или знатоком шастр. Наша роль – познать себя до конца. И для этого существуют такие праздники, как Вьяса Пуджи, то есть это прославляется Вьяса Дева на самом деле, через представителя. Все вы тоже представители Вьяса Девы. Когда читаете Бхагаватам, изучаете Бхагаватам, проповедуете Бхагаватам. Каждый преданный является духовным учителем из разной формы гуру. Каждый преданный нужно тоже это самоопределение иметь, без ложной гордости. Если мы обретем это правильное самоопределение, что я могу распространять Святое Имя, я уполномочен духовным учителем, я получил посвящение Святого Имени, мой долг, распространять Святое Имя, посвятить свою жизнь этому. Это не будет ложным понятием. Потому что это очень большая работа. Это не просто ярлык, который мы заслуживаем. Это постоянная работа. Это самая глубокая работа, самая, наверное, трудная работа в мире — воспевать святые имена без оскорблений. Развить себе эту сильную любовь к Богу. Я подумал, преданные любят Кришну. Все. И все же есть трудности, которые трудно преодолеть. Почему? Почему? Я вспомнил, что Прабхупада говорил. Нужно очень сильно его полюбить. Сильно. По-настоящему. С большой силой. Всем сердцем. Всю душу чувствами. Нужно на самом деле привлечься. Кришна – достойная личность, сверхдостойная личность, самовеличкая личность. Да? Говорит, нет никого более великого, чем я, он говорит, Удави. Нет никого равного мне. И нет никого ниже меня, он сказал. Но только Кришна может такое сказать. Как мы можем не поклониться Кришне, как можем не воспевать его имя? Да? Все, что он говорит, правда. Никого нет выше, никого нет равного, и никого нет ниже. Никого не принижает, не доминирует. Он так уважает каждое живое существо, находясь прямо в сердце. Самый близкий друг, говорится, Сухридам Сарва Бутанам. Хотя он всем владеет, он это посвящает живым существам, все свои энергии. Ради одной дживы приходит, чтобы убить демона. Ради одной дживы может прийти, чтобы убить демона.
Может, эти 7 дней держать хом Говардхан, чтобы все были счастливы. Это неудивительно, что он держит хом Говардхан. Он может держать планеты пропадать на орбите. Несложно для него, но он это делает для своих преданных, чтобы принести им радость. Только об этом и думает, как увеличить блаженство, счастье живых существ. Единственная проблема, когда мы отворачиваемся в какие-то ложные самоопределения. Я слуга Кришны, это самая прекрасная формула. Нас много, под впечатлением большинства можно всякие вещи придумать, что мой гуру особенный какой-то там или что-то в этом духе. Нет, Кришна особенный. Гуру один. При множестве личностей нужно понимать гуру-татву. Гуру всегда один. Ишикша-гуру, Идикша-гуру, Варна-прадашика-гуру. Так же, как трудно бывает в мире понять, что Бог один. Люди ссорятся постоянно на этой почве. Только на этой почве происходит конфликт. Что истина одна и только одна. И также у нас искон, где основатель Ачарья, основа этого движения на ближайшие 10 тысяч лет. Это его божественная милость Ачарья Бхактивиданта с вами, Шрила Прабхупада. Снова попалась мне в руки Прабхупада Лиламрита в Воронеже. Там она стояла в кабинете, весь набор, там много интересных книг я нашел. И в свободные минуты я открывал, читал последний том, как Прабхупада проповедовал, как он учил своих учеников, как он начинал проповедовать, сколько потребовалось от него. От него потребовалась вся милость гуру Парампары, чтобы начать это движение. Только сострадание, только снисхождение, только любовь вначале. Только это нужно. Все терпение нужно было выдержать, все вытерпеть, любые недостатки, все. Но по мере того, как Прабхупада развивал движение, становился все строже, 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 строже. Чтобы научить своих учеников правильному самоотождествлению. Это что он говорил? Почему так? Малейшая вещь, выводил из себя, вы уже такие преданные, уже столько повторяете мантру, не один год. Почему так делаете? Чтобы просто колокол закрепить там, думали, как это сделать, Прабхупада предлагал, отвергали что-то, он все кричал, я предлагаю, вы отвергаете, я всегда предлагаю, вы отвергаете. Негодяй, он говорил. Давай сделаем так, сделали, не получилось. Как Прабхупада сказал, тоже не получилось. Переживал, все переживали, бегали. Как же Прабхупада удовлетворить? Ночью просыпается, говорит, слышишь? Али Кеша, слышишь? Ничего не слышу, ночь глухая. Вот я не слышу, колокол должен звенеть. Сколько времени? Час? Почему колокол молчит? Ты не буди, Чагидара. И так почти каждую ночь вот Прабхупада сам следил, чтобы колокол звенел, чтобы было все в порядке. И уже преданные все сделали. И витрины подсветили, и полы выложили, и все помыли, и там люстры, все, Прабхупада, все идеально, все прекрасно, движение прекрасно, храм прекрасный, все замечательно, как вы хотели, Прабхупада опять в гневе. Нет, все плохо, говорит. Даже трость ударил по полу. Все плохо, говорит. Все пять опешили. Почему же сейчас плохо? Смотрите, на люстру показал, там большое птичье гнездо. Как вы не видите такие вещи? Почему? А это все касается самоотождествления. Служение – это самое глубокое самоотождествление. Чем глубже мы себя отождествляем со служением, тем более внимательными мы становимся, более проницательными, более умелыми, квалифицированными, быстрыми. Это лучшие качества развиваются именно в служении. И какой-то небольшой успех, и мы уже невнимательны. Немножко толще карман с деньгами, уже невнимательны. Вы же повторяете, Хари Кришна Прабхупаду сказал, тростью дал бы по полу. Почему вы невнимательны становитесь? Мы же все слуги, слуги Кришны. И в таком большом собрании главное внимание уделить лишь нужно на то, чтобы никого здесь не обидеть. Волей-неволей не обидеть. Я всегда поражался ученикам Шрилы Прабхупады. Не всегда мы гладко с ними разговариваем. У меня был один контакт с преданным учеником Прабхупады.
Он оказался жестковат для меня. Я с ним поспорил. Мне тоже что-то не очень понравилось, я не согласился. Ну, мягко, конечно, и тактично, перед чем Прабхупада, и сказал, ну вот я это делать не хочу, все. Пусть делают другие, я не квалифицирован, я нейтрально к этому отношусь, не хочу иметь с ним дело. Ему тоже это не очень понравилось, такой моя позиция. И как бы мы расстались, не было никаких оскорблений, конечно. Конечно же. Но были какие-то разногласия, может быть. На сердце у меня остался осадок. Идет время. Как только я его не увижу, этого преданного, я вспоминаю. Как же быть-то вообще, Кришна? Неужели я так и буду жить с этим осадком? Что мне сделать? В этот день рождения, календарный, он мне прислал письмо. Хотя мы с ним только один раз разговаривали в жизни. Один раз в жизни, и то не очень хорошо поговорили. Я весну эти души меня поздравил. У меня сердце стало плакать. Думаю, какой же я негодяй все-таки. Вот настоящий ученик Шрилы Прабхупады. Вот я должен учиться. Почему я думаю что-то о себе? Почему я сравниваю себя с другими, свое положение какое-то? Да, может быть, у меня положение. Но зачем я это делаю? Почему я так падаю? Это же несчастье. А где любовь? Я теряю ее просто. Я хожу с этим осадком. В чем-то я был неправ, что-то я сделал неправильно. Может быть, я не в том дело, что у меня мнение другое, а что-то еще было не так. Это было самоопределение. Просто самоопределение. Я забыл, что я слуга. И в этом случае тоже. Даже с другим мнением. Слуга всегда дорог. Можно иметь разные мнения. Но быть слугами. Это выше мнение, выше убеждения. Убеждение – это лишь материальная платформа, это сочетание, комбинация материальных элементов, читайте Бхагавад-гиту. А служение духовно. Убеждения не духовные. Они опираются на материальный опыт, на свое восприятие, свое личное представление. Так это тоже имеет место быть. Но это материальная платформа. Поэтому даже с разными мнениями мы должны оставаться слугами. У него другое мнение, а я все равно забочусь об этом человеке, потому что он преданный, он служит Кришне. А он замечает, что и так же служение, когда вы с разными мнениями служите, начинаете чувствовать духовную атмосферу. Она пронизывает разные мнения. А вы слуги? Это же удивительно, это же бхакти-лока. И нет этих самоопределений ложных. Они, конечно, есть, но они чисто формально оказываются. Они незначительные, они не так важны. Мужчины вы или женщины, кто вы там. Здесь в этом мире столько названий, столько самоопределений. Но стоит нам заняться преданным служением, как мы поднимаемся на платформу счастья. Это был мне урок хороший на день рождения. На Петы Вьяса Пуджи. И уже не первый такой урок я получаю от учеников Шрилы Прабхупады. Очень добрый, проникновенный, любящий урок. Итак, нужно быть внимательными самоопределениями, особенно когда устанавливается какое-то общественное мнение. Вьясапуджа это тоже может быть как некое общественное мнение. Это хороший праздник. Я сегодня получил незабываемые моменты в жизни, потому что то, что преданные говорили, чувствовали, ну как сказать, с одной стороны, это было обращено ко мне, но не это же важно. А важно то, что преданные говорили от сердца. Это очень удивительно. Я тоже хочу в сердце всех преданных прославить после того, что вы сказали. Тоже хочу так же ответить, насколько в моих силах. Ну, бхакти, это бхава, которая сейчас здесь проявилась, сделала меня не очень логично в мыслях. Но у меня очень много эмоций. И Гуру Махарадж тоже пишет письма на Вьясапуджу.
мне пытается меня поддержать и заботиться, потому что я его ученик, у меня много учеников, у меня, то есть, есть груз. И он хочет меня поддерживать, держать меня. И так вот эти стекло могучие есть, которые держат эти корни. Хотя вы еще не очень силен. Вы что-то пытаетесь только делать, приобретать какой-то опыт, и вы чувствуете, сколько милости. Кто-то должен держать, что мы делаем. А кто это будет? Это вся Гуру Парампара, это Кришна, это Вишну поддерживает все. Таким образом, чем больше мы делаем в сознании Кришны, тем должно быть, конечно, больше благодарности этой поддерживающей, доброй силе всех вайшнавов, всех Гуру Парампари, милостивого Господа Читани, сверхмилостивого Нитянанды. И Господа Кришну, играющего на флейте, самозабвенно, танцующего с гопи. Прекрасная философия. Красивее что может найти вообще? Нам даже раса Лила известна, представьте себе. Реально? Реально можем слушать об этом. Это такой редкий дар. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Гурудева ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Горнитай ки джай, Ананта Кути Вайшнава Вринда ки джай, Тай Гаура Примананды.